Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня роллинг не под какую-то акцию, просто роллинг на топовом аккаунте. На этом аккаунте есть полностью все герои, кроме последней. Это Оса. Аккаунт дал мне мой подписчик Рушан. И мы сегодня будем пробовать сейчас вытащить эту имбу. Я надеюсь, мы ее вытащим. Конечно, сливать 100 тысяч самоцветов ради одного недостающего героя не хотелось бы, но других вариантов у нас нет. Так, находится он в гильдии Андромеда 18, 74, 75. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места битвы гильдии, атака фортов ВК, ID-шка на экране. Одна, вторая атака фортов 20.00. 14, какая в неделю, вот такой вот оброк здесь. Ну, окей, поехали, посмотрим на аккаунт, что здесь есть интересного. Сколько доната? До 600к он уже, в принципе, вложился. Вот насколько разница, ребят, с каждой обновой, с каждым выходом все дешевле и дешевле становятся плюхи. Вот смотрите, у него не хватает только дуэлянта и королевы ос. То есть, все. Все остальные герои есть. Зефир есть, Огник есть, Минус есть, все есть. Ну, интересно посмотреть. 30-е прорывы. Так, что тут у нас? Нормально, нормально. Выживание, ну, в принципе, как вариант. Фрея. Полный трэш, ребят. Ну, топовый аккаунт. Что тут смотреть? Тут все. Все good, все для игры есть. Так, окей. Ну что, поехали. Нету у нас сегодня вроде никаких акций. Заработай на героя, нанимай, получай очки. Сейчас попробуем. Есть все-таки одна акция. Сейчас посмотрим, какие здесь плюхи дают. Так, руна эволюции. Ну, конечно, смешные плюхи. Последним. Командора, пасхальное яйцо, ледяной феникс и эмблема ПДшка 6 уровня. Супер мега плюхи, блин, могли какого-то огня засунуть. Так, окей. Ну что, поехали. Шанс, как обычно. Триантик. Друидик. Бочка. Командорка. Ну, блин, эти все герои здесь есть. Шанс, конечно. Я вот больше всего не люблю ролить Дед Мороз ворожей. Когда там один, два, три героя. Потому что ты понимаешь, что этот шанс очень маленький. Ну, бульдозер. На русском сервере сложнее собрать этого героя будет. Его только ролить надо. Ну, хотя бы надо до следующей обновы либо ждать, когда его будут продавать, либо реально тратить кучу самоцветов. Хотя я бы эти самоцветы, я же говорю. Стрелок Химка спустил бы на прокачку созвездий. Медузка Укрот. Ара, паладин, рыцарь. Ну, неплохо, неплохо, три таких сразу. Имбы, так, еще один паладин. Это русский сервер, детка, да. Рыцарь, друид. Вы знаете, вот даже не выпадают топ-леги. Вот просто тупо не падают. Поехали. Гаргул сразу и два ангела. По-любому что-то в рейде есть. Фея, смертушка. Ну, рандомчик. Гаргул. Призрачный всадник. Душегуб.
Космо, блин. Ну вот падают герои все-таки. Афинка. Ну я у себя на русском нормально выбил. И на этом, и на английском сервере. Капитан Рогатка. Ворожей. Леди Лео. Купидон. Где-то она должна быть. Капитан Дрейк. Анубис. Ну, блин, кого сейчас я помню, раньше выбивали там Анубис, Стрелок. Это просто мега вау было. И все так хотели Анубис, Стрелок. Сейчас на это все смотришь, просто пипец. Никому они не нужны уже. Просто жесть. Интересно, затащит. А были бы огненки, слился бы давным-давно уже. Так, окей, ну что, поехали. Капитан Рогатка, Купидон, ну блин. Оккультист и бочка, блин, но кайфовые герои падают, но это просто пипец. Да, с таким шансом, конечно. Просто изи, ребят. Поставили, прожали лайк, порадовались за Рушана, порадовались за топ-роллинг. Поздравляю, королева ОС у тебя есть на аккаунте. Ну, я не знаю, смысла дальше ролить, наверное, в принципе, нет. Давайте еще Суккуба затащим. Потому что у него теперь есть все герои, которые доступны на сегодня. Поздравляю. Максимум мест не могу я ее открыть. Кстати, идем в акцию, посмотрим. Что там у нас по акции? О, стрип-снайперы. Люблю я будние дни. Так, забрать 150 самоцветов. Ну, хорошие плюхи. Руна эволюции. Ну, хотя бы такие. 466 ячей мы получили. Ну, 10 касамов еще вернули. Неплохо. 500, 10 ящик славы. Давайте добьем уже. Да, у него с кулаками печалька какая-то. Что, у него нету кулаков? Да, видимо, очень молодой аккаунт. Поехали. Надо добить все-таки. Ниндзя. Так, ну думаю, нам там хватит. Забрали плюхи. Такс, заработаем на героях. Ну, до конца добивать смысла тоже нет. Если были бы там какие-то мега призы. Так, забрали 10к, как раз ему на прокачку то, что надо. Ну, 45к осталось, в принципе, неплохо. Странно, что у него-то кулаков мало. На таком аккаунте
бегает на разломе, на эти, правильно, красавчик, копит плюшки. В принципе, все, пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки на роллинг, телега ВК есть в описании. Всем удачи, всем пока.